Дочь покойного сенатора и светская львица Милана Тюльпанова шокирована скупостью бывшего мужа Александра Киржакова. Знаменитый футболист заработал за свою спортивную карьеру около 30 миллионов евро. Однако алименты, которые российский форвард готов выплачивать собственному сыну, не превышают 28 тысяч рублей. Киржаков и Тюльпанова развелись в 2019 году после громкого скандала. Милана обвиняла мужа в бытовом насилии, изменах и даже краже ребенка. Но футболист уверял, он никого не крал, а лишь взял под опеку годовалого Артемия, чтобы спасти его от неадекватной матери. Ведь Милане даже пришлось проходить лечение в закрытой клинике. Сама Милана оправдывалась, что не справилась со стрессом из-за смерти отца. Милана в это время находилась на последнем месяце беременности. Девушка рассчитывала на поддержку мужа, но Киржаков после смерти влиятельного тестя резко охладел к жене.